Свердловской области сделан еще один шаг в укреплении промышленного потенциала региона и повышении конкурентоспособности трубной продукции. Председатель правительства России Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета директоров трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский осмотрели новый непрерывный прокатный стан ООО «Северский трубный завод» в Полевском, который начал выпуск продукции. Участие в экскурсии на производственной площадке также приняли вице-премьер Аркадий Дворкович, представители федеральных министерств, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. На площадке предприятия Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу внедрения наилучших доступных технологий в промышленности. Речь идет о переходе на принцип так называемых наилучших доступных технологий, тем, что принято называть НДТ. Процесс, скажем прямо и откровенно, очень сложный. В чем-то противоречивый, наверное, но тем не менее необходимый для устойчивого развития нашей экономики. И, конечно, речь не идет о текущем периоде, то есть, иными словами, речь не идет о том, что мы сейчас стимулируем этот процесс из-за введенных в отношении нашей страны, отдельных компаний, санкций, а, значит, в том числе из-за риска ограничения в целом развития нашей экономики, доступа к критическим технологиям. Просто мы сами по себе должны этим заниматься. Мировой опыт показывает, что внедрение принципа наилучших доступных технологий позволяет улучшить экологическую ситуацию, причем значительно. Естественно, обновить основные фонды, создать энергоэффективные и ресурсосберегающие производственные мощности, решить задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности промышленности, ну и, конечно, увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест. Трубная металлургическая компания является крупнейшим в России производителем труб нефтяного ассортимента, обсадных и электросварных, а также труб для машиностроения и автомобилестроения. Продукция завода широко используется в нефтегазовой промышленности при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве и коммунальном хозяйстве. Мы не случайно собрались сегодня вот здесь, на Северском трубном заводе. Это одно из старейших металлургических предприятий в нашей стране. Оно основано, как известно, в 1739 году. Ну и мы находимся в особых стенах. Это, по сути, музей, а раньше было доменное производство. В последние годы здесь как раз был закрыт ряд низкоэффективных производств, проведена реконструкция. Завод в данном случае является хорошим примером того, как сохранение традиций, с другой стороны, внедрение наилучших современных и в данном случае доступных технологий, современного оборудования может вывести предприятие в число лидеров. Как пояснил Дмитрий Пумпянский, ожидаемый эффект от реализации проекта заключается в увеличении выпуска готовой продукции до 600 тысяч тонн на 90%, улучшении качества выпускаемой продукции, расширении ассортимента, снижении себестоимости и норм расхода металла при производстве бесшовных труб, увеличении налоговых отчислений. Объем финансирования проекта составил более 17 миллиардов рублей. Также новые технологии производства на прокатном комплексе помогут существенно снизить нагрузку на экологию в городском округе. При этом важно, что более 60% рабочих мест – это модернизированные или созданные высокопроизводительные места. Напомним, что Свердловская область до 2020 года должна создать или модернизировать 700 тысяч рабочих мест. Такая задача поставлена майскими указами президента и губернатором Евгением Куйвашевым. На Среднем Урале в 2013 году количество высокопроизводительных рабочих мест составило более 640 тысяч, прирост за год почти 50 тысяч. Наша с вами, уважаемые коллеги, совместная задача, я имею в виду и государство, и бизнес, сделать так, чтобы вот таких современных, высокотехнологичных, экономически эффективных и экологически безопасных предприятий становилось все больше во всех отраслях промышленности и по всем регионам страны, где есть такого рода производство. Первые шаги по стимулированию внедрения наилучших доступных технологий сделаны. Есть целый ряд поручений президентских и правительственных, по которым ведется работа. В марте этого года я утвердил комплекс мер, которые направлены на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы НДТ, соответственно, с внедрением современных технологий. В мае
Минпромторг создал межведомственный совет. Он занимается решением организационных и нормативных вопросов. В июле принят федеральный закон, называемый 219-й закон, который гармонизирует процесс внедрения наилучших доступных технологий в нашей стране с нормами международного права. Участники совещания также обсудили промышленные и экологические аспекты использования наилучших доступных технологий, а также рассмотрели практику внедрения таких технологий на примере трубной промышленности. Свердловская область является одним из наиболее индустриально развитых регионов России. Уровень концентрации промышленности на территории области в 4 раза превышает среднероссийские показатели. Доля промышленного комплекса сегодня составляет более 30% в структуре валового регионального продукта. Областные власти проводят целенаправленную работу по внедрению эффективных технологий в промышленность. Так, в Свердловской области производится около четверти отечественных стальных труб различного ассортимента. Мы понимаем, это непростая задача и, скажем откровенно, дорогостоящая. Ситуация тоже не самая легкая для нашей экономики, для наших предприятий. Тем не менее, двигаться вперед надо. Мы подготовили проект распоряжения правительства об утверждении поэтапного графика создания отраслевых справочников НДТ на период с 15 по 17 года. В Артемовском городском округе успешно действует завод «Винпром», в производствах которого активно внедряются современнейшие технологии. С учетом той уникальной продукции, которую завод выпускает, ему необходимо постоянно поддерживать свою конкурентоспособность, что невозможно без постоянного обновления технической базы, роста профессионального уровня специалистов. В условиях современного рынка, а также мировой политической ситуации, невозможно работать дедовскими методами. Нужен квалифицированный персонал, который в состоянии быстро реагировать на внедряемые инновации.